С начала этого года по вине водителей, находящихся в нетрезвом состоянии, произошло несколько ДТП. В связи с чем на территории всей Республики Адыгея на сегодняшний день проводится профилактическая операция под названием «Нетрезвые водители» с участием сотрудников ГИБДД Республики Адыгея, батальона ДПС и сотрудников территориальных отделений районных госавтоинспекций, не исключение и Кашихабльский район. О целях и задачах таких мероприятий нам рассказал начальник отдела дорожно-патрульной службы и исполнения административного законодательства Управления ГИБДД МВД по Республике Адыгея подполковник полиции Алексей Чмырев. Сегодня мы проводим мероприятие под условным наименованием «Нетрезвый водитель». Мероприятие проводится в форме сплошной проверки всех проезжающих автомобилей с целью установления водителей, которые могут передвигаться за рулем в нетрезвом состоянии. Целью мероприятия является, естественно, не выявление, прежде всего, водителей, находящихся в состоянии опьянения, а недопущение того, чтобы водители сели за руль. То есть, понимая, что такие мероприятия могут проводиться в любом месте, в любое время, водители должны понимать, что, оказавшись за рулем, все автомобили, проезжающие по автодороге, могут быть подвергнуты проверке именно на предмет нетрезвого состояния. И основная наша цель, я повторюсь, профилактическая. В Кашихабльском районе, к сожалению, сложилась неблагоприятная обстановка с аварийностью по вине водителей в состоянии опьянения. Из 8 ДТП, зарегистрированных на территории Кашихабльского, Шавгиновского района, с начала этого года 3 ДТП – это ДТП по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения. Поэтому сегодня мы усиливаем ряды районного подразделения ГИБДД, сотрудниками батальона, сотрудниками управления проводим совместное мероприятие. В операции приняло участие 5 экипажей ДПС и госавтоинспекция Кашихабльского района во главе с начальником Асланом Дауровым. За несколько часов работы было выявлено 8 нарушений, в том числе один водитель в нетрезвом состоянии, которому грозит лишение водительских прав и штраф в размере 30 тысяч рублей. Всего в этот день участниками операции было досмотрено около 100 автотранспортных средств. Хочется обратиться ко всем водителям нашего района, да и не только. Прежде чем сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, задумайтесь о тех последствиях, которые вас ожидают, ведь по вашей вине могут погибнуть совсем невинные люди.